Из-за обильного снегопада, который обрушился сегодня на столичный регион, два рейса Мострансавто работают в интервальном режиме и перешли на фактическое расписание. Как сообщили в компании Мострансавто, изменения коснулись маршрутов номер 20 и 21. Мострансавто принимает необходимые меры по обеспечению безопасности движения. При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводят инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, необходимой дистанции и скоростного режима. Техническая служба усилила контроль за рабочим состоянием подвижного состава. Диспетчерскими службами филиалов организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами округа.